На одном из перекрестков столицы Бангладеш, Даке, находится вот такой небольшой базарчик, где продают необычного дизайна подставки для вазонов или для маленьких саженцев. Вот эти все подставки сделаны из кокосовых орехов. Внутри они пустые, а потом в каждый из них вставляется вот такой саженец с растением. В обычный одноразовый стаканчик. И подходят и покупают или полностью композицию красивую домой, или просто с этой композиции отдельное растение. В столице Бангладеш на многих перекрестках можно увидеть продажу домашних растений. Вот таких необычных вазонах, для которого использованы как подставки орехи кокоса. На самом деле очень красиво и необычно. Вот так в кокосовом орехе стоит стаканчик с молодым саженцем. Вынимается и продается. Потом вставляется новый.